Итак, ну что ж, ареру, мои маленькие любители, покушайте, мы продолжаем играть в такую увлекательную игру, как City Skyline. Я тут немножечко накосячил, и у меня слетела запись 20 примерно минут игры. Как я начинал, все дела, я надеюсь, что такого больше не повторится, и что у нас все будет хорошо. За эти 20 минут достаточно многие изменения произошли. Я начал вообще сносить вот эту полностью развязку и полностью переделывать наш производственный цех. Именно цех, который фабрик, не фабрик, и всяких заводов, которые загрязняют нашу окружающую среду, потому что, как оказалось, без него городу совсем уж тяжко. И также я построил своего рода небольшой алькатрас. Имеется в виду, что здесь у нас есть отдельная тюрьма на отдельном острове. Впоследствии, когда у меня дойдут руки до того, чтобы сделать это, я сделаю здесь небольшую такую инфраструктуру вокруг этого всего. Я сделаю здесь, возможно, какие-то загрязняющие и незагрязняющие заводы, где наши тюремные жители смогут работать. А также я сделаю небольшую тут зону, где смогут жить наши надзирателей, и все, думаю, будет замечательно. Также и магазинчики, ну то есть это отдельный остров с отдельной инфраструктурой. Вообще, изначально у меня стояла цель построить отдельную тюрьму на отдельном острове, где содержались бы все преступники нашего города. И инфраструктура, построенная вокруг этого тюрьмы, мне кажется, будет влиять только благосклонно. А теперь я продолжаю непосредственно перестраивать всю вот эту вот развязку, потому что наши магазины ругаются на нехватку сырья и еще кучу других проблем, например, на недостаток клиентов и прочего. Ну и я сейчас перестраиваю, как перестрою, я обязательно к вам вернусь. Ну и по итогу моей перестройки всякой получается вот такая вот у нас небольшая сутуевина. Здесь я сделал два выезда на эти развязки, здесь у нас в любом случае на эту развязку есть выход, вот на эту у нас развязку есть выход, но это просто кольцевые развязки, насчет их эффективности я не могу ручаться, но пока мы имеем, что имеем. Мне пришлось здесь снести нашу линию метро, но я думаю, впоследствии она поставится где-то примерно по центру, для того, чтобы не создавалось особых таких наших проблем. И пока остается у нас все в таком вот виде. И сейчас я буду заниматься непосредственно расставлением наших зон под заводы. И теперь у нас этот райончик выглядит примерно вот так вот, без пока пешеходных зон. Пока он выглядит именно вот таким вот образом. И теперь я оставлю здесь непосредственно наши зоны промышленных районов. То есть это все, вот это вот все, то, что внутри абсолютно точно будет размещено нашими заводами. Кроме вот этой вот линии, где будут ходить наши пешеходики. Так, и теперь я должен здесь буду разместить нашу линию метро. Для того, чтобы, во-первых, это все у нас заработало снова. А во-вторых, чтобы людям было удобнее добираться, куда им необходимо. И теперь банально вот эту линию метро необходимо соединить с нашим метрополитеном. И все. Оба маршрута в обе стороны у нас размещены. И теперь это все должно у нас замечательно работать. После того, как непосредственно у нас разместится здесь электроэнергия. Так, и теперь я займусь пока, пожалуй, пешеходными нашими дорожками, пока это все у нас развивается. Что будет очень даже замечательно. Вот эту, кстати, развязочку надо будет переделать в будущем. Но, наверное, следующим я займусь после того, как разберусь со всем вот этим нашим. Ну и постепенненько заводики начинают наши возрождаться. Давайте пока сделаем вот таким вот боком. Еще пару заводов вот здесь вот разместим. И займусь дальше я нашими пешеходными дорожками. Так, вроде как с этим все у нас пока замечательно и хорошо. Пешеходников не так много, но это ничего страшного. Вот это, кстати, если посмотреть с другого ракурса, то очень даже похож на скрепку от степлера, но ничего страшного. Ладно, у нас пока, кстати, люди на удивление прибывают, и потребности у нас особо нет, но это значит, что нам нужно сейчас подождать какое-то время, и я подожду это какое-то время путем перестроения вот этой вот всей нашей развязочки. Так, вот такой вот теперь типа у нас перекресточек. Это очень даже замечательно. Осталось сделать въезды и выезды наших автомобилей. Все, перекресток у нас переделан, осталось убрать тут лишние светофоры, которые могли здесь понаставиться, и они, кстати, понаставились очень удачненько. И все должно у нас запахать, запахать. Правда, я не знаю, как запретить вот этим вот идиотам перемещаться вот сюда вот, если только переделать развязочки немножко, но пока будет таким вот образом. И вот эти вот тоже ненужные светофоры я убираю. Зачем они здесь понаставились, я вообще без понятия. Стоять, а получается то, что у нас здесь никто не едет. И они считают то, что проехать вот так вот быстрее, чем под мостом? Вы что, идиоты, что ли? Ладно. Эта развязочка у нас разгрузилась, это очень меня радует. Так что у нас с этим районом? Замечательно, у нас тут понастроилось очень много даже всего. Это очень замечательно, ребят. Очень-очень замечательно. Кстати, вот та проблема, о которой я говорил. Они орут нам буквально вот во весь голос недостаточно товаров для продажи.
То есть им товаров не хватает, а так понимаю, вот этот вот район производит именно товары для продажи, которые они уже используют впоследствии. Я вот смотрю на этот район, и они очень много говорят то, что недостаточно покупателей. Все дело в недостатке экспорта, потому что если посмотреть, то пробок тут особых нету, и все буквально машины, которые отсюда ездят, они едут по делу и едут куда-то. Значит, путем наземного транспорта достигнут, видимо, лимит. Хорошо. Здесь пробки есть, но я ничего не могу сделать, потому что мы помним... А, я это вырезал. Ну ладно, в прошлой серии я делал так, что у нас было два здесь терминала товарных. Они стояли и рядом, и не рядом, и у нас, тем не менее, все равно происходила такая катавасия, что все ехали в один терминал. То есть ставить больше товарных терминалов и отправлять больше товаров поездом не вариант. Какие еще у нас варианты расширить экспорт? И есть у меня идея сделать самолеты, но самолеты пока мне недоступны, к сожалению. Но со временем, я думаю, это сделаю, так что не переживаем. И как только население достигнет 55 тысяч, сразу здесь ставится аэропорт, и большая часть товаров у нас экспортируется непосредственно на нем. А пока я выключу пару бараков, которые просто увеличивают нашу эффективность. Откуда-то здесь берутся пробки, откуда? Из-за пешеходов, да? Да, из-за пешеходов здесь встают все транспорты. Хорошо, давайте сделаем туда вместо пешеходов здесь пешеходный переход. Все, надземный пешеход я сделал. Он выглядит как у нас табуреточка. И я думаю, здесь будут ходить люди. Надеюсь на это. Ну, все, они ходят замечательно. Значит, у нас по трафику, по пробкам тоже будет более-менее всего налаживаться. Так, кстати, по метро. Давайте посмотрим, как у нас с метро дела предстоят. 140 пассажиров туда и 200 обратно пассажиров. Вот на эту остановку приезжает очень мало людей. Меньше, чем хотелось бы. И я думаю, то, что со временем, когда вот этот весь район разрастется у нас, эта проблема у нас исчезнет. Замечательно. Все равно сырья не хватает. Но я строю вам. Что я могу сделать еще? Давайте вот так вот еще сделаем. Не знаю, сельскую дорогу какую-нибудь вам здесь разместим. Для того, чтобы к вам нормально могли покупатели ездить. Не знаю, как это вам поможет, но думаю, как-нибудь да поможет. И этим тоже не хватает сырья. Чё я вам сделаю? Чем я вам помогу? Кстати, по паркам надо посмотреть, что в прошлой серии мы строили здесь. Приносит огромный доход. Даже мне такого не надо. И, пожалуй, то, что можно даже начинать открывать парочку каруселей. Я думаю, вот эти две карусельки я открыл, и постепенно буду открывать и смотреть по финансам. Главное, чтобы это все не уходило прям в большой минус. Но пока нормально, меня устраивает такое соотношение цен. А вот этот парк приносит даже слишком большой доход. Так что, я думаю, даже можно... уменьшить стоимость вхождения. И нам остается ждать и еще раз ждать, пока у нас все не придет в норму. Я не знаю, вот, ребят, подскажите, пожалуйста, почему им недостаточно товаров. У меня строится здесь огромная по размерам деловая зона, которая производит непосредственно эти товары, а им все равно их не хватает. Так, мне остается только ждать, и пока у нас все не наладится. Ну хорошо, давайте подождем, пока я все равно делать ничего не могу. Разве что немножечко покритировать и поработать с нашими пешеходными зонами. А кстати, меня тут посоветовали построить детские больницы и центр по уходу за пожилыми. Я почитал, детские больницы, я так понимаю, увеличивают рождаемость. То есть увеличивают наше население. И очень даже эффективно увеличивают, так что давайте построим ее, не знаю, в количестве 2 штук в этом районе, попробуем, по крайней мере. Я не знаю, насколько это сильно повлияет, если будут приносить большой уж доход и будут только во вред нам, то я, конечно же, их уберу. Я думаю, поработать немножечко вот над этой развязкой, потому что поток машин на этой развязке меня не устраивает. Я переделал немножечко развязочку, я думаю, она будет более эффективно работать. Если я ничего не забыл, то она выглядела именно так. То есть у нас есть люди, которым необходимо ехать в эту сторону, люди, которые тупо выезжают из города. И примерно как-то так работает у нас все это наше дело. Только осталось немножечко модернизировать вот эти дороги, чтобы они были однонаправленные, и чтобы у нас не происходила путаница в наших машинах. И нужен непосредственно выезд для наших автомобилей, то есть я делаю именно вот такой вот. Теперь немножко осталось поработать мувитом и улучшить дороги, где это необходимо. Все, поток машин в этом месте стал более стабильным. И не мешало бы еще немножечко увеличить, чтобы было все замечательно. То есть вот такую сделать здесь развязочку, чтобы машины точно нигде не стопорились, и у машины все было замечательно. Все, они поехали в полную скорость. Главное, чтобы сейчас в другом месте пробок не появилось. Хопа. И сделался у нас такой вот небольшой подземный переходик, замечательно. И люди, если что,
не если что, а... И люди при желании могут переходить по этому подземному переходу и не ставить проблем нашему трафику. Замечательно. И здесь бы тоже не мешало сделать таких вот пешеходиков. Ну, короче, это немножечко рутинная работа, так что я делаю это за кадром. Все, у нас, по идее, район этот застроился. Хоть и не полностью, но тем не менее. И можно посмотреть по количеству людей, которые ездят у нас в нашей линии метро. 200 пассажиров, 200 пассажиров, ну, почти 300 пассажиров на каждой ветке. И нету таких людей, которые стоят. Давайте попробуем уменьшить количество транспорта до 2 штук. По идее, если так посудить, то хватает. Я вот смотрю сейчас. Таких особых проблем нет. Но если вот одно место, где переизбыток людей, им приходится ждать. Но это, я думаю, с этим ничего нельзя сделать. Людям придется немножечко потерпеть. И тем временем у людей начинает появляться потребность в жилых местах. Для начала я вот это вот все место полностью заполняю нашими жилыми местами, где смогут жить наши непосредственные жители с, не знаю, с высоким доходом. Потому что вот эти вот домики смотрятся изумительно просто. Особенно, ну, вид я бы не сказал, что классный, но... Тоже неплохой, наверное. Да, вид здесь не очень, поэтому я бы не сказал, что здесь прям вот элитные домики находятся. Вот этот вот район, я смотрю на него и думаю, как бы его можно улучшить. Я планирую его немножечко реструктуризировать и улучшить. А именно, здесь не мешало бы разместить парочку таких вот каких-нибудь парков. Хотя я слабо понимаю, зачем парки возле работы. Понимаю, там, допустим, магазины, кафешки, но парки, типа, зачем? И теперь после расстановки парков примерно это выглядит как-то вот так. Не пугай меня, гроза. Я думал, что-то серьезно случилось. А теперь я хочу разместить здесь парочку вот таких вот зеленых наших дорожек с деревцами. И получились у нас вот такие вот небольшие деревцовые парки натурального происхождения вдоль нашей главной улицы, которая здесь есть. И очень даже красиво смотрится. Так, а теперь гроза. Где там гроза? А, я не могу никак ее посмотреть. Замечательно. Пожалуй, нужно разместить... Ой, а здесь гроза. Ну, здесь не страшно. Главное, чтобы дамбу это все не побило. Но это очень хороший повод для того, чтобы разместить здесь под подобного рода сооружение. Например, неплохо бы разместить радиомачту. Хотя бы вот здесь вот одну штуку. И вот здесь вот одну штуку. Чтобы покрывало это все наше пространство. И когда же эта гроза уже кончится-то, а? По идее, все. Она ушла. Так, пострадал. Жертв нет, замечательно. 33 сгоревших здания, но... какой пожар, какой пожар? Спасательные службы, почему нету? Почему пожарной станции тут нету в округе вообще? Или может они есть, просто я не... Тут есть пожарная станция, но она недалеко. Давайте быстрее, ребята! Так, пожалуй, нужно разместить также ТПО вертолетов, да. Пожалуй, вот здесь у нас есть свободное место. И нужно начинать тушить, потому что люди тут же. А, люди, смотрите, а им пофиг, они просто здесь ходят. Где пожарные-то эти? Почему они не тушат нифига? Пока у нас там тушится, я, пожалуй, вот здесь вот продолжу размещение наших жилых зон, раз в них есть потребность. Так понимаю, нам нужно еще службу спасения. У вас спасательная служба, я ее тоже, пожалуй, размещу. 15 тысяч, а сколько она? 1640 в неделю, но это не так много на самом деле. Как могло бы быть. И с помощью нее я смогу восстанавливать вот эти вот сгоревшие здания полностью. Самое обидное то, что лес весь погорел. Офигеть, сколько пожаров произошло. Посмотрите просто их. Тысяч. Это же звездец. Да, весь парк у меня сгорел. Как-то я могу его закрыть за посещение? Потому что вот эти вот люди беспечные гуляющие. Мне вообще очень нравится, конечно, все же. Хотя бы успели немножко потушить пожар, пока у нас полностью парк не сгорел. О! Мы достигли мегаполиса. Замечательно. Еще получается следующий уровень. Там на 80, по-моему, тысяч. На, нет, на 65. Еще 10 тысяч примерно населения. И у нас будет максимальный город. У нас будет мегаполис. Так, а теперь, поскольку мне открылись самолетики, я теперь стравлю здесь грузовой аэропорт. Все. И по идее, ты у нас тоже экспортируешь товары. Как минимум, вот у этих станций теперь должен пропасть вот этот вот иконочка, то, что не хватает сырья для экспорта, потому что вот это вот должен начать все это экспортировать. Ну, постепенно я смотрю, сейчас мониторю этот продукт, и постепенно как-то начинает налаживаться все это, вся эта ситуация, и постепенно начинает спадать вот эти вот наши медлитики, и с половины вот это вот наши стали.
спадать, и очень даже замечательно. Ну, правда, тут не такая очередь, как вот здесь вот, но, тем не менее, она есть здесь. Ну, на экспорт он даже очень эффективно работает. Можно даже будет, думаю, начать в следующей серии работать именно на развлекательную ценность нашего города и с тем учетом, чтобы привлекать наших многоуважаемых туристов. Тем более, что там нам открылись такие увлекательные ситуации, как приключения на воздушном шаре. Что у нас там стало с парком? Так понимаю, деревня у нас больше здесь не восстановится. Ну или есть шанс еще подождать, но я лучше еще просто возьму и высажу деревья, потому что явно это от этого никому хуже не будет. А нет, смотрите, я высаживаю деревья, и они становятся вот такими вот безжизненными. Я думаю, со временем просто это все у нас исчезнет, и у нас здесь будет замечательно, все это восстановится. Я вижу, у нас еще потребность по промышленности и еще по деловым зонам. Насчет промышленности можно, в принципе, заняться вот этой вот тюрьмой нашей и уже непосредственно возле тюрьмы начать размещение всех наших промышленных зон. Здесь у меня будут, как и везде, в принципе, вот здесь вот такой вот один центральный перекресток, от него уже будут идти все развилки и неразвилки. Кстати, почему я почему-то об этом раньше не подумал? Здесь можно же сделать такие зоны, которые не будут у нас ничего загрязнять. Скажем, тут я вижу много нефти, поэтому пусть будет нефтяная промышленность. Стоп! А почему нет? У меня появилась просто идея сделать здесь вот, в принципе, все вот это вот основанное на промышленности, на нефтедобыче. Почему бы не воспользоваться с той чудной идеей? То есть вот это вот все будет у нас забито под нефтепромышленность. Все, вот это вот место у нас будет отведено под жилой район. Здесь будут жить всякие жители этого города, не жители. И работяги, которые здесь будут работать помимо заключенных, потому что тут помимо заключенных необходимы будут в обязательном порядке высококвалифицированные специалисты. Какое сложное это слово. Так, и теперь непосредственно я ставлю здесь главное здание нефтедобывающей промышленности. И нефтедобывающую промышленность мы здесь ставим. Только для начала ее нужно немножко разметить эту зону. Так, что это такое? Нефтяные насосы. Раз, давайте посмотрим. 2, 3, 4. Как это все работает? Что для этого нужно, а дальше уже будем думать. И будут ли они вообще что-то добывать. Так, а еще что, по идее, мне? Короче, перерабатывать нефть в что-то еще. Пожалуй, я не знаю насчет переработки нефти. Я, пожалуй, просто ее здесь буду добывать и экспортировать. Потому что на переработке нужно еще что-то отдельное ставить. Я что-то не хочу пока. Просто добыча нефти будет какая вот. И еще здесь парочку таких вот поставим. Вот здесь, пожалуй, можно разместить небольшой райончик для магазинов. Я вот пытаюсь понять, это все загрязняет нашу окружающую среду или нет. Судя, если вот так вот отдалять, то загрязняет. Если вот так вот, то не особо-то загрязняет. Давайте еще парочку нефтедобывающих станций поставим. До такого количества. Думаю, пока хватит. Я сомневаюсь, что нужно прямо их дохрена. И насчет, кстати, районов, думаю, задуматься о том, чтобы сделать вот здесь вот небольшую такую промышленность. Если все пошло у меня по плану, я сделал все правильно, здесь будут уже непосредственно нефтеперерабатывающие здания размещаться, но они не будут никакого иметь отношения к вот этому нефтедобывающему комплексу. Надеюсь, что я правильно выразил свою мысль, и они здесь будут строиться. Да, они начали здесь строиться, и это очень даже замечательно. Я надеюсь, что они никак у нас сильно не будут загрязнять нашу окружающую среду, потому что это все-таки нефть. И тут не мешало бы разместить какой-нибудь маленький такой вот парк. Да, все у нас замечательно. Мы достигли второго уровня, это классно. Я вот здесь поставил парочку деревьев для того, чтобы оградить наш жилой район от всей этой чепухи. Я, кстати, политику не поставил, я хотел бы... Так. Нефти у нас здесь много, так что переживать не стоит. Я думаю, их вот так вот начинать размещать. Все, пока такого количества нам очень даже намного хватит. Я их разместил специально таким образом, чтобы не создавать особых таких пробок. Я думаю, это очень даже благотворно на все скажется. Хотелось бы добавить то, что в этом районе, в принципе, не будет ничего связанного с общественным транспортом. Единственный способ добраться сюда и выбраться, это будет вот этот вот мост. Все это необходимо для того, чтобы зэки чувствовали себя максимально комфортно. Ага, почему-то здесь, в этом районе, скапливается мусор. А почему здесь он скапливается, если вот эти вот здания должны его прекрасно убирать? Мусоровозы даже не все используются. Без понятия, они должны его собирать, по идее.
Нефтяные насосы нам доступны, фабрика детских игрушек, склад нефтяной промышленности. Замечательно, это нам все очень даже пригодится, на самом деле, в скобочках нет. Я думаю, то, что вот такого нам, в принципе, должно хватить вот этого всего производства. Остальное уже будет не так важно. Так, по энергии тут проседаем, потому что ее, в принципе, не хватает. Угу. Я думаю, одну тут в такую вот нефтяную воткнуть. Она держится на нефти, тут нефти дофига. И тогда вот это все можно закрывать. Единственное, что тут не автономно, это провода. Но по проводам тащиться туда, это вообще самоубийство. Поэтому имеем, что имеем. И вот таким вот образом у нас обросла наша тюрьма. Из-за того, что вот этому району не хватало банально людей, которые проживали здесь, мне пришлось немножечко увеличить наш район. И также придется, наверное, вот этот вот район уменьшить, потому что здесь работать никто не будет. Вот серьезно, ты вот умный очень человек, да? Здесь поселился преступник, да? И возле тюрьмы прям. Какой ты умный человек, слушай. Кстати, что у нас по нефти? Прибыль доставляет достаточно большую. Ну и пускай себе. Вот, в такой области автотранспорта могут пользоваться только те, кто здесь работает. Я попробую сейчас вот с этой политикой побыть в этом городе. Я думаю, это очень сильно повлияет. Тут есть городская планировка в политике. Федерация промышленных отходов. Я думаю, это поможет нам больше блюсти экологию и меньше иметь с этим проблем. Я вот смотрю, тут есть некоторые вышки, которые жалуются на нехватку природных ресурсов. Ну ничего страшного, мы просто их сносим. Стоять, или ты выкачал всю нефть, которая здесь находится. А-а-а, то есть нефть не бесконечная? Стой, погоди. Погоди, я вроде ставил на бесконечную нефть. Погоди. Вот, природный ресурс. Да, они, посмотрите, они всю нефть выкачали. Охренеть. А я почему-то думал, что нефть бесконечная. Давайте я просто тогда сейчас включу мод на бесконечную нефть и вернусь к вам. Хотя я думаю сделать в следующей серии, потому что в этой серии в этом нет такой необходимости. Я думаю, в любом случае это все работать будет. А сейчас не так много осталось до конца серии, так что я просто это все снесу. Нет, я просто все это закрою, скорее всего. Я сейчас отключил полностью нашу, получается, нефтедобывающую промышленность. Ну, кроме электростанции, потому что без электростанции этот город, в принципе, не проживет. Ну и, пожалуй, даже на такой замечательной ноте можно потихонечку закругляться. Я напоследок серии хочу вас попросить все-таки помощи и подсказки, как бороться вот с этой вот проблемой, то, что недостаточно товаров для продажи, хотя у меня полностью вот это вот забито по завязку, и строить ее еще нужно, большую зону, или как с этим бороться, я вообще даже не могу представить. Ну и на такой прекрасной ноте я буду, наверное, потихонечку заканчивать. Я думаю, то, что установить мод на бесконечную нефть не будет являться чем-то читерным, потому что, можете посмотреть, за сколько, за час у меня буквально игры выкопало всю эту нефть. Но это нереалистично совсем. Ну и на этом, пожалуй, я буду с вами прощаться. Всем спасибо, что смотрели, всем спасибо, что были со мной. А дальше будет только интереснее. Ну и на этом все. Всем удачи, всем пока.